Песню 46 лет назад. Представляете, 46 лет назад это первая песня, которую я вообще написал. Мог бы больше и не писать. Сейчас бы ходил по квартирам со стаканом. Как здорово! Вот. Ну, конечно, тогда, если бы мне тогда сказали, что эту песню будет петь Кобзон, я бы рассмеялся ему в лицо. Ну какой, он тогда был уже Кобзон. И вот долгое время Иосиф Давыдович пел эту песню дуэтом. Прекрасная сегодня пауза, бесконечная. С кем Кобзон дуэтом мог петь? С Лужковым они пели. Они, знаете, как соберутся с Лужковым, и откуда-то появляется хор севастопольских моряков. И они зажигают. Вот, но вы помните, что Иосиф Давыдович Кобзон очень любил петь. И он, если когда начинал, то это 6 часов. Это минимум 6 часов. И как раз мы над этим всегда смеялись, подшучивали. Ну, как не остановить бегущего бизона, так не остановить поющего Кобзона. Вот, а потом на это нарвались. Был сборный концерт, много артистов. И последним выступает Кобзон, а после этого все должны выйти на финал. И Иосиф Давыдович вместо 3 песен поет уже 17-ю. Уже час ночи он все поет и поет. И он говорит, а сейчас я вам спою песню, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Вот и ведущий говорит, Иосиф Давыдович, я вам хочу заметить, что собрались там мы еще вчера. Вот сегодня эта песня прозвучит в авторском исполнении. Но в одном проблема. Все-таки 46 лет, слова-то я не особо помню. Вот если кого-то в детстве заставляли в пионерлагере учить эту песню, если вы что-то еще помните, подсказывайте так. С праздником вас, дорогие друзья! Изгиб гитары желтый, ты обнимешь нежно, струна осколком эхо. Большая просьба вам оставить автограф у нас.
на сцене, в важном месте. Пожалуйста, секунда. В честь праздника Дня Тигра. Вы хлопайте, аплодируйте, аплодируйте. Да, выберите любую лапку, которая вам нравится, и оставьте нам автограф. Какая атмосфера, вот это прям просто костер за вечер. Огромное спасибо, друзья, спасибо Владивосток, ваши аплодисменты! Спасибо большое. Ну все, ты там кричишь, я уже все, хочу кайфовать.